Всем привет, ребят. Ну что, у нас очередной тест архидемона, который со станом. Я показывал вам второй состав, который я тестировал. Укротитель против химки. Сейчас мы попробуем такой же вариант с укротителем, то есть оставим все то же. Вот такой вот вариант. Повторный заходик, сколько мы сможем набить с укротителем, потому что старт был не очень хорошим, а на второй я поменяю некоторых супер питомцев. Так, поехали, смотрим, что там у нас по героям. Чикабум. Есть тыковка. Ставим на тыковку. Такой вариантик. Так, ведьмочка. Ставим крока. Космо. Давайте панчбокса зацепим. Так, стрелок. Сейчас перепроверим их, ладный. Так, ну-ка давайте перепроверим. Укротитель собран, чтобы ничего не провтыкать. Тыковка собрана. Так, ведьмочка у нас с кроком. Космо собран. Так, есть, и ладно, у нас тоже собран. Таким вот составом поехали, попробуем с укротителем. Сможем ли мы набить, то есть укротитель против химки, повторный заходик, сможем ли мы набить такое же количество, то есть 6. Стартуем с тыковки. А сейчас на следующий заход попробуем убрать одного крока и убрать левицу и поставить новых питомцев. И еще я попробую убрать отсюда, я не знаю, укротителя, поставить Фрейю как вариант. Очень хочется что-то с Фрейей еще попробовать побить и с новыми питомцами. Я не посмотрел первое время, сколько мы там первого убили. Ну, если минута 30 и у нас 3, то мы идем в принципе ровненько. Сейчас посмотрим, либо 2 минуты, если двоих убиваем. Ну где-то плюс-минус. Вот я не могу понять, вот когда выпадает, надо будет попробовать еще на планшете. Эмулятор, у меня что-то такое сомнение, что на эмуляторе какое-то заторможенное время идет, пока он появляется. Надо будет с эмулятора, не с эмулятора, а с обычного зайти, Android устройство. Вот 2 секунды теряется на переход. Зайти. Плюс-минус мы идем ровненько. То есть что укротитель,
Как видите, что Химка, они одинаковые. Даже здесь быстрее мы выигрываем уже 1 или 2 секунды. Вот так вот. По сути, Укротитель круче Химки. Химку можно сливать смело. Да, смотрите, еще секунду выиграли. Ну, то есть мы 6 набиваем, даже больше чуть-чуть. Однозначно Укротитель лучше. Сейчас мы с вами еще питомцами поиграемся немножко. Где-то 2 секунды, даже больше, наверное, набил. Вот раз, два, да, смотрите, 6 там и кусочек, и 45. То есть Укротитель однозначно лучше Химки. Химка уже на сегодня не актуальна. Ну, опять же, если у вас максимальные прокачки. А теперь поехали дальше. Следующий тестик убираем отсюда, ставим сюда суперпитомца. Говорю, суперпитомца. Ставим сюда вот этого товарища. И кто там у нас еще? С пятой. Я не помню, я их, по-моему, сделал. Ну, вот скилл потом докачаю. Так, точность, атака, атака. А мелкий у нас собран. Атака, атака, точность. Отлично. Такой вот вариант второй. А его мы поставим. У меня еще, знаете, у меня еще вопрос по Чикабуму. Нужен ли Чикабум? А, блин, хочу попробовать все-таки стрелка сделать. Опять обряд лечения идет лесом, как обычно. Только вытащил, сразу же слил. Ставим сюда пиромага. Я ее пересобрал на уклонение, убрал 7-ю чарку. Так, есть. Она у нас пойдет вместо Укротителя. Я уберу Укротителя. Поставим сюда Чикабума. Так, где там наша? Чикабума убрали. Ведьма есть, тыква есть, так, этот есть. Так, ну-ка смотрим еще раз. Ведьма, тыква, Осмо, 3, Рей 4, Ладный 5 и Стрелок 6. Давайте на стрелке поставим вместо этого мелкого. Такой вариант попробуем. Так, Космо убираем отсюда. Дальше ставим. Эти ведьмы. Так, ведьма. Даже не ведьму, поставим кладного. Ладный. Блин, я завтыкал.
Так, по питомцам первый этот, потом идет этот, потом так, чтобы у нас включились, потом ставим стрелка хладный у нас будет, не ставим хладного, а стрелок будет последний. Ладный. Ведьма. Рея. Стрелок. Вот такой вот состав будет. Поехали. Немножко плохо стартанули. Ну ничего, посмотрим, что в итоге у нас получится в такой вариации. Как видите, пятисотки тоже вылазят. То есть укротитель, возможно, тоже нафиг не нужен. Благодаря новым суперпэтам. Сейчас посмотрим по времени. Две двадцать девять, нифига себе. Нафиг, нафиг укротителя, ребята, нафиг химку, походу, они уже на сегодня не актуальны. Сейчас посмотрим, сколько у нас секунд экономится. Два и одна. То есть, по сути, у нас результат уже лучше идет, чем с укротителем. Вот так вот. Даже при том, что у нас старт был, ну, такой средненький. Сейчас посмотрим на середине на экваторе. Минута 30 с чем-то. Ну и потом я уже затестирую в следующий раз. Попробуем одну попытку так сбегать, одну с андроида. Ну, это через недельки. Да, видите, 2 секунды уже сохранили. Однозначно. Однозначно укротителя и химку можно отсюда убирать. Надо будет еще затестить вариант. Ну, хотя я думаю, Фрей подамажнее будет, чем Урвик. Один и шесть, 6 секунд. Ай-яй-яй-яй, включился. Видите, немножко включился. Ну, это такое. 6 секунд мы сэкономили. Да, вариант такой будет намного лучше. Укротители, химка, ребята. К сожалению, в прошлом по дамагу. Смотрите, 7 секунд экономии. Опять падла включился, ну. Девять секунд. Офигеть. Целых 9 секунд, ребят. Это при том, что он у нас еще включался. Вот так вот, 670. Все-таки мы добились хоть какого-то результата. Понятно, мы в топ не попадем, потому что мы тестируем, но я вам показал вариант. В топ-10 мы залетели. То есть плюс-минус там уже по секундам надо будет еще тестировать и прокачивать питомцев. Но укротитель и химка в прошлом, и мы это доказали. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите нового видосика по архе. Всем удачи, всем пока.